как не взять! Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович. Обращаемся к вам с просьбой. Обращаемся к президенту. Мы обращаемся к вам. Обращаемся к вам с просьбой. Военнослужащих завелись белевые вши и началась чесотка. Не выходили на связь. Многие из них оружие до этого момента в руках не держали. Их отправляют штурмовать в ближайшие укрепрайоны. Заставляют подписать контракт и сразу отправляют на красную линию. У них нет даже схематичных карт. А в итоге они оказались живым щитом. Начально даже не готовились на такие задачи. Получили ранения и много погибших. Отобрали всех военных билетов. Мобилизованные так и находятся на передовой штурмовых групп. И в момент побега. Я не могу объяснить, почему это происходит. То ли это неопытность ваших командиров, то ли это отношение к вам как к расходному материалу. Но так, как вас здесь расходуют, как вас здесь посылают в бой, с билетом в один конец, по три раза, одним и тем же маршрутом, целые колонны. Ребят, я не знаю, это вопрос к вашим командирам. Вас так надолго не хватит. Сейчас занимаюсь тем, что пишу в палату адвокатов на нового адвоката, на Кэю Лерберга, который также вероломно поступил, как и Ратников, без моего, видимо, отправил обжалование. Ну и также я сейчас заканчиваю уже с работой по первому иску на Ратникова, а в дальнейшем я к нему добавлю, конечно, и Каю Линдберга. На Ратникова я заявил 50 тысяч евро, а на Линдберга 100 заявлю. Потому что этот человек прекрасно понимал, что делал, все равно пошел на это. Вот. Ну, возможно, мы в дальнейшем наше расследование приведут к тому, что ему приказали Департамент полиции и погранохраны, или Министерство юстиции, в общем, мои ответчики, которые сейчас пытаются всякими путями не дать мне компенсацию за то, что они меня судили незаконно, и из-за этого пострадал не только я, и вся моя семья. Так. Физкульт, привет.